студент, панк или эмо, растаман, спортсмен или коммерсант, ты делаешь карьеру, это твое личное дело. Чей портрет повесить на стену? Эйнштейна, Памелы или Эминема, капитана Немо, Ленина, Кобейна или Нельсона Манделы? Это твое личное дело. Принглс или Эстерелла, Микеланджело или Донателло, Мускат или Изабелла, Сулугуни или Моцарелла, Каен или Панамера, это твое личное дело. Спокойствие или нервы, скорость или первый, до упора или в меру, это твое личное дело. Это твое личное дело. Это личное дело каждого, принимать то, что приходит, или идти на кражу, надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого, то, как себя проявит однажды. Их толпа, вас двое, рам за гаражами. Бежать или остаться корешами. Личное дело каждого, решайте сами. Навязчивая мечта о зеленых бумажках, или пример того, какой жизнью живут старшие, по своей воле или по чьей-то отмашке. Сам